Всем привет! Мы находимся в Париже на MDL Disney Major. Для Team Park, к сожалению, сейчас тут не завершен, но подсезон в самом разгаре и самое интересное еще впереди. Как мы обещали, мы отвечаем на ваши вопросы, которых было достаточно много. Я структурировал их по логическим блокам. В принципе, практически все вопросы интересные, и практически на все мы постараемся ответить. Никого не оставим без внимания. Начнем, наверное, с более глобальных вопросов, которые в целом касаются организации. Очень вас интересует, за какими дисциплинами сейчас мы следим с особым вниманием, и вообще, есть ли у Team Empire планы входить в другие дисциплины, в частности, Counter-Strike. Скажем так, в киберспорте три кита, три основных дисциплины. Это Dota, Лига Легенд и Counter-Strike. Из этих трех мы находимся только в Доте. Касательно Лола, в СНГ, ну, тут, в принципе, все понятно. В этом году мы точно не будем никаких движений делать в этом вопросе. В следующем году Riot обещают что-то сделать с нашей континентальной лигой. Надо будет посмотреть за анонсами, но вообще текущее состояние нашей сцены в СНГ, оно, как бы сказать, сложно. Крайне сложно это монетизировать. И если ты не абсолютно лучшая команда региона, чтобы пробиться на MSI и показать там себя хорошо, то в принципе все остальное особо смысла не имеет. А конкуренция в Лоле, она, ну, там сцена своя, сцена сформировавшаяся. Поэтому, чтобы входить в нее, надо быть уверенным, что ты будешь топ-1. А на данный момент, я думаю, никто не может прямо гарантировать себе в Лиге Легенд, что он будет топ-1, что, собственно, это и показал наш текущий сплит. За какими дисциплинами следим? Ну, конечно, это жанр «Королевская битва». Сразу отвечу на вопросы касательно PUBG, Fortnite. Я получаю очень много писем с предложениями потестить составы конкретных игроков, чтобы, соответственно, представлять им пару дисциплин в Fortnite, PUBG, Apex и тому подобное. Касательно PUBG, вам скажу честно, на данный момент, подчеркиваю, что на данный момент, я не вижу ее в списке потенциальных киберспортивных дисциплин Team Empire. В будущем это может измениться. Аналогично и с Fortnite. Как по мне, Fortnite скорее стримерская дисциплина. И два игрока, ну это скорее дуо, не сказать, что это прямо команда. Наиболее интересным для меня и для организации это, естественно, Apex. Но какие-то шаги в Apex мы можем делать только когда появится турнирное лобби, когда уже будет более понятно киберспортивная направляющая, составляющая этой игры. Пока что мы смотрим, анализируем, как только будут какие-то движения, мы тогда будем готовы, соответственно, открыть состав по этой дисциплине. Наборы, так заявлять, что вот мы ищем состав, мы пока это делать не будем. Насчет CSGO. Конечно, иметь сильный CSGO состав, это очень хорошо. Исторически так сложилось, что Team Empire в Доте и в CS мы пробовали делать какие-то шаги, у нас что-то не получалось. Я понимаю, что на данный момент конкуренция в Counter-Strike, она даже сильнее, чем в Доте. Может быть, мы попробуем что-то сделать с молодежным составом, собрать каких-то игроков, поработав с которыми определенное время, можно будет уже выходить на хотя бы на уровне майнеров СНГ. Но вот в этой части сезона, которая будет до конца лета, вряд ли какие-то шаги по CSGO у нас будут. Далее, очень популярный вопрос. Когда же появится наконец-таки мерч, джерси, худи и тому подобное? Скажем так, у нас нету цели просто взять логотип, напечатать их на каком попало мерче и там предлагать, раздавать, продавать его. Мы хотим действительно, чтобы одежда была качественной, чтобы вы могли носить ее вне турниров и просто гуляя по улице. На данный момент мы ведем переговоры с одним европейским брендом. Я надеюсь, что скоро они завершатся, тогда мы сможем анонсировать наш мерч. И так что ждите всех подробностей из анонсов.
Будет ли развиваться медийная часть? Но, конечно, медийная часть развивается и еще будет развиваться. На данный момент мы еще в Париже, еще не все интервью отсняты. Сейчас команда готовится, тренируется к эпицентру, и непосредственно мы еще каких-то вьюшек обязательно запишем. Касательно медийной части, напишите в комментарии под этим видео, что бы вы хотели видеть именно по медиа, какой формат вам был бы интересен, я обязательно это почитаю. И я думаю, всем нам и медиа-делу будет крайне полезно это знать. Далее глобальный вопрос. Опять же, очень много подобных вопросов приходит ко мне на почту. Как игрок может попасть в вашу команду? Ну, давайте ответим на этот вопрос касательно и Доты, и касательно Радуги. Скажу так, в Радуге попасть в нашу команду сейчас практически невозможно, потому что вот там стабильно, все слоты заняты, и я не думаю, что в ближайшее время они будут свободны. И в Радуге пока что игра только развивается, у нас хороший состав, вряд ли что-то можно сделать. Касательно Доты. Ну вот, возьмем Доту на примере нашего текущего состава, в котором находятся три молодых игрока. Скажем так, что о Саюше, о Кодосе, о Дриме до стартового этого сезона, в принципе, никто не слышал. И сейчас они играют здесь уже в Диснейленде на мейджоре. Как нам попасть? Ну, во-первых, вы должны обладать каким-то рейтингом. А если быть конкретным, если вы претендуете на позицию core игроков, это первая, третья позиции, то вы должны быть в топ-100, чтобы менеджмент обратил на вас внимание. Если вы четверка, ну, допустим, топ-200. Если вы саппорт пятой позиции, то ну, топ-300 может быть приемлемо. Может быть приемлемо. То есть, если вы ниже, чем топ-1000, там топ-500, то вряд ли. Но таких игроков много, и почему мы должны выбрать именно вас? Почему мы должны потратить именно время на вас? Потому что, поверьте, писем, заявок таких, ну, очень много, ну, просто крайне много. Это первое. Ранг, рейтинг – это определенная база. Это показывает то, что вы много играете в доту, то, что вы, ну, как минимум, жмете кнопки на каком-то уровне, достаточном, чтобы претендовать на позицию про игрока. Далее, если вы посмотрите, как нам попали текущие игроки. Союз, он играл на KFC Battle. Кодос, он играл за Немигу. Дрим, он стендинил за различные команды, но, в принципе, вот он особо известен не был. Да. Скажем так, очень желательно иметь competitive опыт в там, Т3, Т4 стаках на любых турнирах, но чтобы вы не сразу пришли вот, и начали играть там, в Empire там, или вообще любых других вот, организациях именно высокого уровня. Надо иметь какой-то базовый опыт, потому что придя сюда, здесь вот все по-другому, и коммуникация, и все. Если вам кажется, что вы круто жмете кнопки, и вы действительно хороший игрок, придя в профессиональную команду, это все может быть абсолютно не так. Зачастую многие игроки теряются и ведут себя вообще абсолютно по-другому. Вот в этом сезоне у нас был пример. Помимо Саюша, еще вот до старта мы тестировали других игроков. И один игрок нам просто сказал, что, ребят, вы понимаете, мне в моей команде играть комфортно. Да, на ниже уровне, но вот мне там комфортно играть. И все. Он нам честно сказал, за это ему огромное спасибо, респект. Этот игрок сейчас играет также под известным тегом, не буду называть ни того, ни другого. Но он нам честно сказал, на тот момент он был не готов к уровню выше. Поэтому Олег был готов, а его, соответственно, один из игроков, которых мы еще тестили, именно не прошел по факту того, что он не готов и не горел желанием. Это тоже хорошо. Далее. По игрокам, наверное, все. То есть, в принципе, играть, значит, много паба, рейтинги и играть в каких-то командах, цепляться за любые возможности, представлять на каких-то турнирах. Ну и третье, конечно, скажу, что если вот вы соответствуете первым двум критериям, то напишите менеджменту, напишите мне, напишите Корбану, мы посмотрим за вами, и тогда уже можно будет о чем-то говорить. Далее вопрос про буткемпы. Как часто я посещаю буткемпы? В этом сезоне я посещаю каждый буткемп. Обязательно я приезжаю в его начале.
И потом по мере необходимости уже. Если это буткемп на International, то я, как правило, провожу полностью все время на буткемпе, начиная от начала и до конца. Если это буткемп какой-то тренировочный, подготовительный к какому-то турниру, то я приезжаю в начале, в конце, ну, по мере возможности, если необходимо, то приезжаю там в середине и тому подобное. В прошлом сезоне я ездил на буткемпы чуть реже. Я понимаю, что такая часть это была моя ошибка, но практически на каждом я появлялся. А буткемп квалификация к прошлому International также я полностью провел с командой. С кем из игроков составов у меня самые дружественные отношения? Ну, тут имеется в виду и Дота, и Радуга, я так понимаю. Скажу так, на данный момент у меня отношения со всеми игроками хорошие, и выделить какого-то игрока, с которым у меня лучшие отношения, там более дружественные, я не могу. Ну, наверное, отчасти потому, что мало времени прошло еще. Ну, во-вторых, все-таки я считаю, определенная дистанцированность, она должна быть. Поэтому, в принципе, со всеми все хорошо. Если брать прошлые составы, я могу сказать, но самые такие, наверное, хорошие отношения у меня были с Айлендом, потому что мы долгое время были в одной организации, и после International мы в Вегас вместе ездили, ну, вообще очень хорошо общались. Ну, с Ромой, с Резолюшном тоже хорошие отношения были. Первый блок мы закроем глобальным вопросом про Empire Academy. Когда Empire Academy, собирались ли вы это открывать и тому подобное. Во-первых, что такое Empire Academy? Empire Academy – это проект для игроков, которые себя еще не проявили ни на Т1, ни на Т2 уровне. То есть это, как правило, игроки, которые хотят попасть в команду, умеют какую-то базу уже, но еще вот ничего, пока у них больше нет никакого бэкграунда, скажем так. Долго можно обсуждать этот вопрос, рассказывать про мысль, но я, наверное, здесь кратко вот поделюсь, как я это вижу. Вообще, академия – это не самое хорошее вложение в киберспорте, как бы это странно ни показалось. Я сейчас объясню, почему. Чтобы игроку пройти от уровня, допустим, ну, топ-1000 до майнера или мейджора, я боюсь, что года может не хватить. А так как вот вы сами даже после каждого поражения вы, соответственно, пишете надо решафл или вот что вы набрали, а вы представьте, сколько времени придется вот терпеть такие поражения. И далеко не все игроки, во-первых, готовы к такому, а во-вторых, очень большая часть будет отсева. Нет никакой гарантии, что вот ты из этих игроков сможешь вырастить хотя бы там одного-двух игрока там Т1 уровня, который в будущем бы представлял организацию на там майнере или мейджоре. В этом году, по сути дела, у нас так и получилось. Empire Academy, это вот с вторым составом, с Hope of Fate. И вот состав Hope во многом там это и был Empire Academy. Мы просто в какой-то момент определились с нашим вектором развития, мы вложили в них силы и средства. И вот сейчас, получается, трое из этих игроков, они вот уже на мейджоре. Поэтому до окончания текущего интернешнала составов Академии не предвидится. Все наши силы, менеджмента в первую очередь, все наши ресурсы будут направлены на то, чтобы как можно лучше подготовиться к ближайшим турнирам и пройти, естественно, на International. А вот после этого события пройдем, не пройдем, тогда уже можно будет с нового сезона говорить о какой-то именно об Академии. Второй блок у нас будет посвящен вопросам касательно Rainbow Six состава. Я считаю, что Радуга сейчас недооценена, очень сильно дисциплина развивается. Буквально через неделю уже наша команда летит в Милан на финалы Пролиги, где, в принципе, имеет хорошие шансы, как по мне, на победу. Ну вот давайте обо всем поподробнее, потому что, естественно, первый вопрос, как на игроков состава Радуги отразилась замена. Нам пришлось многое поменять, мы меняем это до сих пор, потому что Дан, он игрок скорее больше амплуа, как джойстик. Он фрагер, он роамер, а в нашей команде он должен был играть немножко другую роль. Мы же решили пойти по пути, что
полностью, конечно, отказываться от того, что у нас было, мы не собираемся и не собирались. Мы немножко адаптировались. Мы решили использовать сильные стороны нашего нового игрока и постараться совместить это все с тем, что у нас было. Касательно морали, то замена отразилась хорошо. Почему? Потому что сами игроки предлагали играть с Даном. И, собственно, во многом, как я и говорил уже в комментариях касательно вот этой замены, это было решение игроков и желание игроков. Поэтому в этом плане недовольны. Так что работаем, тренируемся. Как вы думаете, смогут ли выиграть Empire G2, если встретятся в финале какого-то следующего турнира? И насколько было обидно поражение против G2 в финале Invitational? Я думаю так, что если мы встретимся с G2 в финале, то это уже, скорее всего, будет финал мейджора, который будет в августе в США, потому что на финал Пролиги G2 не прошли. А насколько было... какие у нас шансы? Я думаю, что, конечно, выиграть сможем. Вот прямо сейчас, если мы встречались с G2 на лане, я бы реалистично сказал, что шансов у нас меньше выиграть, чем проиграть, потому что все-таки же замена требует определенного времени для того, чтобы именно сыграться, лучше понять друг друга и уже играть с такой сильной командой, как G2. А насколько было обидно поражение в финале Invitational? Было обидно проигрыш на первой карте, потому что во многом там мы проиграли именно очки, когда играли уже один на один. И первая карта, естественно, нас надломила. После поражения на первой карте нам крайне сложно было собраться и что-то показать на оставшихся. Поэтому, да, это было сложно. Но ребята морально отошли от этого быстро достаточно. Как вы видите, в Pro-лиге у нас результат хороший. Посмотрим, что будет на ближайшем лане. Вопрос про перспективы развития Rainbow Six. Как я уже упомянул, я считаю, что у Rainbow Six вообще отличнейшие перспективы развиваться во всем мире. Совсем недавно была информация, что Ubisoft увеличили призовые на своих турнирах по Rainbow Six. Может быть, вы уже читали, но это уже хороший шаг. Я надеюсь, что турниров будет больше, и что больше игроков будут играть в эту дисциплину, в эту игру. Проблему я вижу в том, что достаточно высокий порог вхождения в эту игру. Сложно начать играть, но зато, мне очень нравится, как игра смотрится, как и разработчик Ubisoft поддерживает эту дисциплину. Поэтому я думаю, что будущее в жанре шутеров будет и за Rainbow Six в том числе. Вопрос уже теперь более углубленный. Как проходит процесс тренировки у Team Empire по Rainbow Six и что конкретно тренируют игроки? В тренировках Rainbow Six прежде всего игра про информацию. Поэтому игроки в процессе тренировок, они тренируют позиционку, коммуникацию. То есть там очень важно, чтобы все говорили друг другу, где там прострелы какие есть. И именно главное, важная передача информации. И тактическая составляющая тоже имеется в виду, все это в совокупности. Про личный скилл мы, конечно, никто не забываем, потому что стрельба стрельбой, стрельбу можно и в пабах потренировать. Но в целом, в основном, это коммуникация, тактика, информация. Про Радугу, наверное, все. Я думаю, что стоит пожелать нашему составу удачи на финалах Пролиги в Милане. Уже буквально после мейджора наша медиагруппа поедет в Париж, где также будут делать контент с игроками Радуги. Все увидите, все будете знать. И перейдем к следующему блоку, который многие тоже так активно ждут. И это, естественно, Дота. Вопросы по Доте. Очень много вопросов. Попробуем на все ответить. В первую очередь, естественно, касательно финалов, касательно мейджора. Что, кроме макроигры, помешало команде выиграть? Возникало впечатление, будто в коллективе какой-то разлад, так ли это, или просто потерялись на первом крупном лане? У нас уже, был разбор полетов, но это не совсем был разбор полетов, это скорее было конструктивное собрание, в котором мы разбирали все моменты, которые нам помешали победить. Мы даже выделяли, что положительного было, и как конкретно это все решать в разрезе подготовки к ближайшей квалификации на эпицентр, который уже будет через несколько дней. Отмечу то, что
Что нам еще, кроме макро, помешало победить? Конечно, это определенная уверенность. Уверенность в некоторых стратегиях. То есть мы не брали, наверное, все то, что, чем мы играли на тренировках, что-то думали, что вот у нас не очень хорошо отработано, чего-то нам не хватало. Поэтому вот это очень важный момент. Ну, недостаточно пула хватило героев. То есть это игроки сами понимали. Но это на самом деле все быстро исправимо. Основной вопрос, конечно, именно в драках был и в макро. Вот если в макро все поправят, то дальше будет гораздо легче. Все остальное – это уже технические детали. Разлада в команде никакого нет. Вот тут вообще все просто супер. Ребята не тильтованы после поражения. Ну, погрустили, конечно, немножко, но все понимают, что времени тут уже расстраиваться нет. Скоро квалификация на эпицентр, и надо к ней подойти уже в полном боевой готовности. Касательно того, что потерялись на первом крупном лане, ну, не то, что потерялись, но психологическая какая-то скованность, конечно, была. Особенно у тех, для кого это лан был впервые. А получается, что для Кодеса и Союша это вообще был первый выезд за границу в целом. То есть вообще ланов вне России у них не было. У Кодеса вообще даже ланов не было. Ну, выезд Кодеса в Беларуси я не считаю. А Каял Дрим, он был на ВСГ. Но кроме ВСГ тоже ланов не было. Вот для этих трех игроков, конечно, это было очень важно посмотреть именно такой масштабный лан такого уровня. Далее, какие-то особые меры вы предпримете, чтобы команда теперь могла увидеть все свои пробелы, правильно над ними поработала? Будете ли привлекать статсмана или каких-то еще других специалистов? На самом деле мы уже здесь меры сделали, вот даже сейчас команда там играет КВшки с командами мейджора. Выводы мы уже сделали, выписали. Теперь вот в ближайшие дни наша задача именно то, что мы выписали, сделать так, чтобы это действительно было эффективно, чтобы мы таких ошибок больше не допускали. Времени так много, поэтому все переворачивать с ног на голову мы не будем, потому что нет времени что-то изобретать, надо просто отточить то, что у нас есть, и спокойно играть квалификацию на эпицентр. Очень много вопросов поступило про нашего тренера Канта. Почему выбор пал на Канта, какие были кандидаты, еще если не секрет. Какие кандидаты, я вам рассказать не могу, потому что разговоры у меня с ним были конфиденциальные. Это такова была договоренность наша двухсторонняя. Выбор пал на Канта, потому что игроки его знали. Он изначально работал составом Hope, и там какая-то синергия определенно сложилась. Мы решили попробовать, почему бы и нет. В принципе, тренера я никогда не навязывал, игрокам навязывать. Вообще навязывать что-то игрокам я не люблю, и пытаюсь именно им объяснять, что им лучше, что им хуже и почему. Но в данный момент мы тогда пришли вот все к единому мнению, что попробуем с Кантом. Поэтому он наш тренер. Кант работает над психологией команды или только за стратегическую подготовку отвечает? Только за стратегическую подготовку. Над психологией команды работаю я и Дима Корбан. И также у нас есть профессиональный психолог, который помогает команде при мере необходимости. О, будет ли меняться тренер или пикер у состава по доте до коучи уровня артстайла или арзика? Давайте сразу отметим, что артстайл – это тренер не стратегический, это не драфтер, он скорее тренер мотивационный, он тренер, который делится своим опытом и настраивает команду на победы. Поэтому вот нам, условно говоря, такой тренер, как артстайл, ну, мог бы подойти в плане опыта, но в плане стратегии нет, конечно. Касательно Арзика, кстати, я отвечал в, не помню, в каком уже интервью, что мы от Арзика мы не хотели расставаться с ним, но он хотел работать с игроками более опытными, чтобы у него был ресурс, с молодежью он работать не был готов, поэтому мы хорошо расстались по обоюдному согласию. Будут ли меняться тренеры пикер текущего состава? Пикер меняться у нас не будет, тренер в ближайшее время, сложно сказать, скорее всего, тоже нет, потому что времени так много. Вообще, замена – это такая уже крайняя позиция, крайнее такое решение, когда у тебя нет каких-то вариантов.
И в первую очередь мы пробуем сейчас все решить путем переговоров, чтобы каждый работал эффективно. Если мы будем видеть, что нам нужна будет в тренерский штаб какая-то свежая кровь, какой-то новый человек, мы там можем рассмотреть. Потому что, ну, вполне возможно, статсман-аналитик нам может подойти. Однозначно этот вопрос ответить не могу. Пока что мы никаких перестановок не планируем. Ну, теоретически все может быть. Куда дели Фэна? Мы его никуда не девали, Фэн уже давно с нами не на контракте, он играет пабы, кстати, недавно с ним общался, у него все нормально. Почему, наверное, вопрос вы не задали, но вот я отвечу, почему он не играет ни в какой команде, но Ростик, он не будет играть в абы каких командах, он хочет играть в сильном составе. Наверное, такого предложения пока не было у него. Ну, посмотрим, скоро квалификация на International, может быть, мы его еще увидим в каком-нибудь составе. Будем смотреть. И вопрос про Кумана. Стоит ли ждать развития ситуации с Куманом, или он так и будет на контракте? Есть предложения определенные по Куману, ведем переговоры. Мы не против отпустить его с контракта, но имеется в виду сделать трансфер. Если будет конкретная заинтересованность у команды и сам, соответственно, игрок захочет выступать за организацию, которая захочет выкупить на него права. Поэтому вполне возможно, что он будет либо в аренде, либо какая-нибудь организация его выкупит. Так что игрок он сильный, это однозначно. Вот вопрос, который я хотел вам озвучить несколько ранее. Много ли полезной информации и опыта было получено от проекта «Вера и надежда»? Вообще очень много. Я крайне доволен тем, что мы сделали. Это вообще было здорово. То есть я вообще не жалею ни о чем, о том, что было. Мы из «Надежды», по сути, вырастили текущих игроков, по крайней мере, коров. А касательно «Веры», был вариант, что состав «Фейт» мог остаться основным, или, например, кто-то может сказать, что мы могли раньше принять решение в пользу там одного и другого состава. Но я до последнего хотел быть уверен в том, что делаю правильно. Потому что и год, и остальные игроки, которые там были, вот и Мипошка в частности, у них есть и потенциал, и уровень игры, и не так-то просто было сделать выбор. Как только было у нас достаточно информации у менеджмента, мы сделали выбор, ну, вроде пока что не ошиблись. Как мне кажется, все здесь правильно. Ну, опять же, у тех игроков тоже все неплохо, вот можно посмотреть на состав Old Band Gold. Я искренне желаю действительно всем удачи. Потому что я говорил, каждому игроку своя команда. Если ты не раскрываешься в одной команде, это не значит, что ты не будешь сильно играть в другой команде. Поэтому тут все нормально. Следующий не вопрос, скорее, а крик души. Пересмотрите свои взгляды на формирование составов по дисциплине Dota 2. Попытайтесь в следующем сезоне подойти к этому с особой серьезностью. У меня автор вопроса здесь не написан, к сожалению. Но тот, кто задавал этот вопрос, вот скажу честно, в этом сезоне максимально серьезно уже подходил к сбору и потратил на это времени, сил, вот очень много. И вот мне кажется, все действительно хорошо. Если бы отмотать сезон назад, вот к началу сезона, то, наверное, вот именно к моменту, когда мы сделали Hope of Fate, когда вот взяли Кодеса, Дрим и остальных, то вот я бы ничего не изменил. Вот. Все доволен тем, что сделал. А касательно того, что вообще сложилась такая ситуация, что нам пришлось открывать состав Hope, наверное, это уже говорилось, но еще раз повторюсь, что когда мы сделали состав с Чапи и Куманом, на бумаге это было все очень хорошо. Ну, казалось, что действительно классно, все здорово. Ну и только вот по прошествии времени, по прошествии буткемпа уже вот вскрываются проблемы, и ты понимаешь, что ну не можешь их решить, что да, это была, ну, наверное, ошибка. Могу сказать, что не сыграла ставка, чего-то не хватило. Ну вот тут ошиблись. А дальше в остальном вообще все четко, поэтому претензий по серьезности, я надеюсь, что быть не может. При текущем составе, каким вы оцениваете шанс попасть на International в этом году? На данный момент вот есть три команды, которые ВП уже на International, которые через квалификацию будут претендовать на слот в первую очередь. Это значит, мы, Гамбит и Нави. Шанс, я бы сказал так, наш шанс попасть на International больше, чем в прошлом году, он больше гораздо.
еще месяц и еще один мейджор, один майнор. Я считаю, что если мы на любой из этих турниров попадем на мейджор эпицентр или на майнор там в Киеве, то у нас шанс, ну, крайне хороший. Не буду оценивать в процентах это, потому что все-таки же здесь у нас не студия аналитики, но вот я считаю, что хороший шанс прям вообще. Будет ли Империя идти по пути ПП Альянс, пытаясь долгое время сыграться без изменений в одном составе, или вновь будут решафлы и замены игроков? До International точно замен никаких не будет, у нас все хорошо, игроков все устраивает друг друга, и менеджмент все устраивает. Именно по уровню игры игроков там замечания есть по развитию, но это все рабочий процесс. А после International это там все может быть, потому что, во-первых, может быть глобальный решафл, может быть, кого-то игроков что-то не будет устраивать, ну там надо смотреть. Долгосрочных планов потом, что вот мы кого-то будем менять, там пройдем, не пройдем на International, вот прямо сейчас у нас никаких нет. Мы нашли свою пятерку, играем дальше. А еще один небольшой крик души и вытекающий из этого вопросы. Озвучу полностью. В последние полтора года стало больно наблюдать за тем, как из команды кикают тех или иных игроков, которые впоследствии находят свое место в других коллективах, при этом добиваются более высоких результатов и выступают более стабильно, нежели в Team Empire. И вопрос. Почему получается так, что селекция спортивной организации отказывается от ненужных игроков, которые играют потом лучше? И, следовательно, второй вопрос интересует процесс принятия решений в составе. За кем последнее слово при формировании? И что происходит, если, например, я желаю видеть там, или не видеть игрока в команде, а у игроков команды мнение другое? Как уже говорил выше, каждому игроку своя команда. То есть, если нашему составу этот игрок не подходит, мы его меняем, и где-то он раскрывается лучше. Тут есть две причины. Первое. Игрок может лучше раскрыться в стаке в каком-то. Почему игроки лучше играют в стаке? Ну, тут, думаю, очевидно. Во-первых, над ними не висит никакое давление. Они играют сами на себя, на свое портфолио, чтобы заинтересовать какую-то организацию. И когда команда собирается, это там конфетно-букетный период в командах, и они играют хорошо, потом вот начинается несколько хуже. Тут вот яркий пример, наверное, состав The Panga, который осветился, выстрелил в начале сезона и сейчас играет не самым лучшим образом. Мы даже попали в череду решафлов. В прошлом году, когда вот мы заменили Айрата, я думаю, вот вопрос с этим связан, что потом в итоге Сайлент поехал на International, а мы нет. Тут тоже вполне все логично. В нашей команде было так, что вот ты меняешь либо одного игрока, либо там всех остальных. Иногда получается так, что игроки приводят тебе аргументы, действительно аргументы, почему они не хотят играть в команде с тем или иным игроком, и найти там плюс 4 не всегда бывает возможным. Поэтому иногда ситуация безвыходная, и приходится менять этого конкретно одного игрока. Тут же вопрос к процессу принятия решений в составе. Последнее слово однозначно за мной. Это по-любому. Но я никогда не навязываю свое мнение там, вот я хочу, чтобы было так, а вы делаете. Я всегда пытаюсь донести команде вот, максимально аргументированно, почему я хочу так или иначе. И пытаюсь из них также получить эту информацию, почему так или иначе. Вот как в составе с Rainbow Six, я действительно до последнего хотел, чтобы мы играли с Шоком, дальше попробовали исправить там возникшее недопонимание. Но вот игроки были однозначно против, и они привели достаточно аргументов, что, в принципе, мне пришлось согласиться с этим решением. Поэтому так. Но вообще, в целом, я считаю, что, несмотря на то, что последнее вот решение за мной, мы все обсуждаем и стараюсь, чтобы игроки понимали, почему я принимаю те или иные решения. А текущий состав, который вот у нас сейчас здесь на мейджоре играет, здесь игроки молодые, здесь у нас пока не было никаких таких моментов, где мы не могли сойтись на каком-то мнении. Все, менеджмент и игроки здесь на одной волне, поэтому пока у нас все хорошо, надеюсь, в дальнейшем будет только еще лучше, потому что прогресс идет. Как часто происходят буткемпы и проводятся ли после них разборы? Что, как и почему, чего достигли и тому подобное? Буткемпы у нас проводятся в нескольких случаях.
Первое, когда новый состав, ребятам надо познакомиться, такой ознакомительный буткемп, скажем. Второй, это когда мы прошли какой-то турнир, и нам надо подготовиться перед ланом непосредственно. Ну и третий, это важные квалификации. Естественно, все важные квалификации, они играются с буткемпа, как лан-турниром, так и онлайн-турниром. Ну, в этом сезоне онлайн важных не было, поэтому у нас все буткемпы именно были привязаны к квалификациям на DPC-турниры. Как построен тренировочный процесс команды? Тренировочный процесс команды зависит от целей, которых мы хотим добиться. Вообще в разных частях сезона у нас он был немножко по-разному выстроен, и вот сейчас мы пытаемся именно сделать так, чтобы он был оптимальным для текущих игроков. Мы играем КВшки, отрабатывая какие-то стратегии, отрабатывая перемещения, и также уделяем времени на теоретическую часть, на разбор реплеев, на аналитику. И третье, наверное, это вот подготовка к драфтам. То есть, как правило, до матчей, до важных матчей особенно, или каких-то еще моментов, тренер, капитан и еще все желающие, но тренер, капитан обязательно, они собираются и непосредственно разбирают по драфтам, как, делая там аналитику предстоящим нашим матчам. Еще, естественно, мы играем лайнинги и матчапы. Ну, я думаю, тут понятно всем. Команды, которые играют на высоком уровне, должны так делать. Следующий вопрос. Получила ли Империя компенсацию за переход Наива и Гостика в Панго? Гостик перешел в Панго свободным агентом, у него уже контракт закончился, а за Наива компенсацию мы получили. Сколько времени нужно команде, чтобы сыграться? И как понять, что в итоге может ничего не получиться? Я скажу, что здесь нет какого-то четкого такой границы, вот что там 3 месяца или там 4 месяца. А зависит от уровня игроков и зависит от тот период, в который это все происходит. Ну, на примере вот наша текущая команда, у нас молодые игроки, мы начали где-то там в октябре, этот состав собрали Хоуп, из которого все это сейчас выросло. Я считаю, что вот чтобы выйти на уровень, когда ты уже борешься за мейджоры, за майноры, нужно минимум полгода. То есть, если ты собираешь состав в первой части сезона, то есть до Нового года, то с этим составом, если он молодой, условно говоря, ты можешь дальше идти, и в итоге прийти даже к интернешнлу. А вот если ты собираешь состав, например, вот полностью с нуля и с какими-то молодыми игроками, с малоопытными игроками, там, допустим, уже февраль-март, то, скорее всего, к квалификации интернешнлу вряд ли получится добиться нужного результата, ожидаемого. Вот, поэтому минимум полгода. А как понять, что ничего не получится? Тут, во-первых, сразу после КВшек, тут после недели, наверное, видно, на что этот состав может претендовать. Я прекрасно помню, когда мы сделали состав с Рамзесом, там Рамзес, Скандал, Afterlife, и вот после первых игр мы сразу такой скорбно посмотрели, думаю, вот это да, это может быть круто. И так оно в итоге и получилось, что нам чуть не хватило до интернешнала, но тогда было вот видно. И сейчас вот тоже ощущается, что этот состав еще может расти и развиваться. А отсечки, как экзамен, это на турниры, это крупные турниры. В нашем случае сейчас это квалификация на интернешнал. И в итоге там пройдем, не пройдем, надо еще смотреть, как ее можно выиграть или проиграть. То есть можно в борьбе проиграть, можно там отлететь вообще без шансов. То есть вот, например, если брать наше выступление на текущем турнире, там да, мы не выиграли ни одной карты, но мне гораздо было важнее посмотреть, как они будут играть и не как они себя будут вести. Это был крайне полезный опыт того, что я здесь видел. И я видел, что они действительно могли спокойно взять карту и у Secret, и уж тем более у NiP, а возьми эту карту, там как дальше было бы ничего еще не ясно. Вот поэтому докрутить, что-то исправить, и вообще все будет замечательно. Далее, что больше всего помогает поднять настроение игрокам, особенно после обидных поражений? Но вообще такого универсального рецепта нет. После обидных поражений прям вообще сложно. Лучше игроков не трогать, все понимают, надо это с этим справиться. Но в нашей команде сейчас Ренат, и когда есть Ренат, соответственно, он бывает что-то как шутканет, и всем становится веселее, поэтому вот моральку он держит хорошо. Если Империя попадет на The International, то какое шампанское будет пить Кингер? Ну, если Империя в этом году попадет на The International, то Кингер будет пить абсент. Вот этим вопросом блок по доте мы закончим. У нас осталось немножко вопросов, уже скорее
Лично ко мне, ну, попробуем ответить. Как провожу свободное время? Свободного времени у меня, к сожалению, немного. Стараюсь провести его с пользой, ну и по возможности вне компьютера вообще, вне гаджетов. Читаю книги, гуляю на свежем воздухе, на дачу куда-нибудь уехать вполне хорошо. Люблю также смотреть футбол, особенно вот сейчас, когда Лига чемпионов идет, различные мероприятия, чемпионаты Испании, Англии и тому подобное. Так прям сразу больше, наверное, ничего и не выделю глобального. Мой распорядок дня. Опять же, четкого распорядка дня нет, потому что киберспорт такая вещь непредсказуемая. У нас бывает, что мы обсуждаем какие-то решафлы, какие-то срочные вопросы, там вплоть до 3 ночи, 4, вот как бы было с радугой, когда. А бывает, что, в принципе, все в графику. Если стандартно, день я стараюсь вставать в 9 часов, в 10, ну и ложиться там где-то в 12 в час. Не всегда получается, конечно, то, что вот, как правило, вечером много всего происходит. Вот, но, по крайней мере, точно что знаю, и вообще никому не советую ложиться после 3, потому что потом вообще режим сбивается, и все это очень плохо. В идеале надо ложиться до 12 и вставать пораньше, где-нибудь часов 8. Очень хороший биоритм. Что мне нравится больше смотреть, Доту или Радугу? Скажем так, смотреть мне нравится больше Радугу, но интереснее смотреть мне Доту. Почему? Потому что в Доту я сам играю, и раньше играл достаточно много, и в ней лучше разбираешься. А в Радуге я, так как ее не так хорошо еще знаю, я не могу прочувствовать до конца все моменты. То есть вот не полностью ее понимаю, поэтому интересно Доту смотреть, но вот Радуга, не знаю, мне вот всегда приятно смотреть, даже не только игры Империи. И вопрос, как я познакомился с Дотой? Как я познакомился с Дотой? Так, играл я в Warcraft. Warcraft, как говорят, на развитие. И тогда был мод Доты, друзья, компьютерные клубы, как и все, начали играть просто по приколу. А потом уже я не помню, как это все завертелось. Я был непосредственно в Варкрафте, потом перешел в Старкрафт, Дота начала развиваться, Доту 2. Я тоже в нее играл, так как это мейнстрим, все в нее играют, там завали играть. И так я с ней и познакомился, собственно, вот до сих пор. С Дотой тесно связан, ну не только с Дотой, и с другими дисциплинами. По вопросам, которые вы задали, в принципе, все. Я надеюсь, что смог ответить практически на все, что не осталось непонятных моментов. Это не последнее интервью, мы, естественно, еще будем неоднократно записываться и отвечать на все ваши вопросы. Также в своем паблике я регулярно делаю посты, ну не очень регулярно, конечно, буду стараться. Что хочу сказать, нам предстоит скоро квалификация на эпицентр Касендота состава и Радуги поездка в Милан. Болейте за нас, это очень важно. Квалификация на эпицентр будет в формате, может еще не анонсировали, но я скажу, она будет в формате Best of 1. Это именно групповая стадия. Первый слот напрямую пройдет на эпицентр, а второй по пятый будет в плей-офф. Там еще неизвестно, сколько слотов на СНГ-регион дадут. Но в любом случае, мне кажется, это будет одной из самых интересных квалификаций к мейджор-турнирам вот этого сезона. Поэтому там все что угодно может быть. Я считаю, что шанс у нас хороший. Не буду утверждать, что мы прям вот 100% прям на эпицентр, но мы сделаем вообще максимум, чтобы это случилось. 18-19 мая, Милан, финалы Пролиги, Rainbow Six. Смотрите, поддерживайте, оставляйте положительные комментарии. Поймите, что все выигрывать невозможно. Касательно итога сезона, это все-таки же будет квалификация International, а не ближайшие турниры. Игроки читают все комментарии, игроки все это видят, и мы, менеджмент, со своей стороны сделаем все возможное, чтобы в наших дисциплинах, в которых мы сейчас присутствуем, никого не разочаровать. Передаю всем привет, кто болеет за нас, кто смотрел это интервью. Спасибо за вопросы и всем удачи!